конце прошлого года 47 аэропортов России путем народного голосования получили имена известных людей. Международный аэропорт Чебоксары в их числе. Тогда уверенную победу в голосовании одержал наш земляк, уроженец села Шоршила, третий советский космонавт, дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации Андриан Николаев. И Чебоксарский аэропорт получил его имя. Аэропорт в ожидании серьезной модернизации, но это не значит, что работа по переименованию не ведется. Совместно с Общественной палатой Чувашской республики было выбрано место в здании аэровокзала, где будет размещен бюст Андрияна Николаева. Изменение дизайна вывески до реконструкции не предусмотрено. Изменения не коснутся аэронавигационных карт, юридического названия управляющей организации, и в расписании по-прежнему будет написано «Чебоксары». Капитальный ремонт планируют начать в следующем году. Ожидается, что аэровокзал преобразится к 2021 году. Ориентировочная стоимость строительных работ составит 550 миллионов рублей. Но основная задача реконструкции – это увеличение полезной площади аэровокзала. Это планируется сделать за счет введения в эксплуатацию второго этажа и возведения пристроя. В настоящее время идет согласование вопросов по земле. Параллельно проектная организация разрабатывает проект. В конце сентября они должны завершить эту работу, после чего проект будет проходить госглавэкспертизу. На эту процедуру отводится не менее 2 месяца. Затем будет разработана рабочая документация. Уже после этого можно говорить о начале ремонта.